Итак, привет, дружище, елки-палки, поздравляю тебя, нет, себя поздравляю, наконец-то, во-первых, выходит видео на моем канале, во-вторых, наконец-то уже добрался до основного аккаунта, а то все пельмень, 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 может быть, сейчас притормозим с пельменем, не знаю, вы там как-то лайки не особо ставите, хотя давай я посмотрю, сколько вы под прошлым выпуском поставили там лайков, вы же знаете, я этот, как его, лайка-попрошайка, давай так, скажем, обойдемся без абсцентной лексики. Хотя, смотри-ка. А, 895 лайков. При том, что почти 7000 просмотров, 895 лайков. Блин, могли бы тысячонку-то поставить, а, пацаны? И я вот расстроился, и все. У меня несколько дней не выходили видео. Вот так вот. А, как я вас сейчас байчу, ною. Все, как вы любите. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, да, я с этим пельменем забыл про свой основной аккаунт, а его... Про него надо как бы вспоминать, потому что изначально планов на него было много, ресурсов я не скажу, что у меня тут пипец накопилось, потому что, ну, как вы понимаете, доначу я редко, хотя тут последние дни я тут взял и поддонатил, да, поддонатил, ну, тех же камней пламени у меня, ну, с Гулькин писька, я бы так сказал бы, и как бы ситуевина грустная, но при этом у меня появляются новые герои, появился ЛДЖ, появилась Леди Бо, причем ЛДЖ у меня накопилось, ребята, на минуточку, уже 5 штук, то есть я его смогу так взять, это раскачать, да, там, вот, по самой нехочуйке. И сегодня мы как раз таки этим и займемся. И сейчас будет серия видосов, посвящена вообще основному аккаунту. Пора бы. Ох ты, елки. Вот я, кстати, хочу вам отдельное спасибо сказать. Кто увидел мой код, вот сейчас зайду в эту акцию возвращения домой, елки-палки. И кто там его вводил, я просто отдельно видос не записывал. Думаю, ладно, что там пацанов мучить, короче. Но я просто один раз взял, там случайно, не случайно спалил эту акцию возвращения домой. И многие из вас, вот, и, хотя я даже не просил, многие из вас мне как бы воспользовались моим промокодом и накидали мне ресурсов. Накидали мне ресурсов, и за что вам просто огромнейшее спасибо. Может быть, я случайно в каком-то видосе пельмени еще эту фигню спалю. Хотя не знаю, может быть, уже акция скоро закончится, потому что на пельмени вообще там такая жесть, самоцветов нету, героев прокачивать надо, эволюцию там без самоцветов не сделаешь. О, но в любом случае, огромнейшее вам, ребята, от души спасибо. А, вот, короче, сегодня будем прокачивать нашего ЛДЖ, ну, да, он же Спарки, да, то есть, смотри, у меня сколько их штук. Давай сразу откроем. Вообще, да, ЛДЖ надо прокачать. Потом надо вот демона-охотника там будет попрокачивать. Но это ладно, другой день. Леди Боу тоже надо распаковать, прокачать. Но, видишь, ей вторую эволюцию я сделать все-таки не смогу. Давай открываем ЛДЖ. И пока я открываю ЛДЖ, вот, вы возьмете сейчас, поставите лайк, подпишитесь на канал, долбанете по колокольчику. И, возможно, после того, как вы посмотрите данное видео, вы придете на стрим. Давно у нас не было стримов по игре Escape from Tarkov. Да, для кого-то это скучно, но тем не менее, там я слышал, вышло обновление, там поменяли карту таможни, все нахваливают. Ну, короче, посмотрите, как меня будут все убивать. Потому, если что, ребят, жду вас на тихом ламповом стриме, вот сразу после того, как посмотрите это видео. Спасибо. Вот. И не забывай про пельмени, дружище. Пельмени наше все, пельмени это очень важно, пельмени это хорошо, и пельмени невероятно круто. Короче, ну, то есть, да, сметанка, все как мы любим. А, вам я вкину маленький вброс, скажем так, на пельмени, опять же, мы вот говорили, я вам говорю, пельмени наложи, покушай, вот, пока будешь видео смотреть на пельмени, я выбил очень желанного героя, которого у меня не было, с бесплатной попытки, конечно, на видео не получилось, вот, и чё? Да ничего, короче, и нормально. Будем его тоже распаковывать. Правда, там самоцветов нету. Тем временем у нас распаковался, друзья. Знаете кто? Кто у нас распаковался? Кусок говна! Подожди, кусок говна. ЛДЖ, не, ну герой, я даже на него обзор не делал. Хотя вот спасибо пацанам, кто мне писал, предлагал, и сагильдийцы писали. Я все собирался сделать, но так и не сделал. Потом у меня друг прилетал. Слушай, где это говно? А, ну вначале, это же эпическое говно. Ух ты, а кто ж мне решил звонить? А, вот как раз, кстати.
как раз, кстати, я даже вырезать не буду, Борька звонил. Вот, хотя нет, вырежу ему, отпишу по-быстрому. Так, ребята, ну все, все, вроде бы я разобрался. Что мы делаем? Короче, давайте его, елки-палки, прокачаем. Касаемо самого героя, я бы не сказал бы, что он плохой, да, но и как-нибудь там он игру не перевернул, да, его там где-то кто-то использует, возможно, даже на арене, и ты, читая его описание умения, такой, о-о-о, прикольный герой. Но моя проблема заключается в том, что на основном аккаунте я хожу линии обороны, я хожу мастерские подземелья, может быть, еще что-нибудь по приколу, по мелочам, а в целом это битва гильдии и Нарсия. Да, он там может в Нарсии пригодиться, и так далее, но я не аренщик, я там не хожу в ПВПшки еще какие-то, и вот это вот все, потому как бы у меня есть там порядок героев, которые я использую, для меня намного важнее герои, которые используются на битве гильдии, да, потому как бы я его сейчас прокачаю, вот, ну а дальше он будет ждать своего звездного часа, когда он мне где-то конкретно пригодится. Ну, как бы сегодня и протестим. Ладно, с чего начнем? Ну, начнем, наверное, с того, что мы ему возьмем, насколько сможем, прокачаем. Ох ты, елки-палки, сколько у меня говна. Я что-то это все говно ролил. О, боже, это от этого же можно всего избавиться, да? А, ну давай сначала мы вот так вот сделаем. Ну, вот так вот, использовать. И смотри, сейчас вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. На освобождаем мест. И нам все равно не хватает. Подожди, у меня говна много. Сейчас все будет. И, ребят, да, лайки ставим, если вам вот интересна прокачка. Вот такие видосы. Но же царю роллинги вам не особо интересно. Так, и давай, я не знаю. Так, тут у нас сразу максимум. Тут у нас максимум. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. А чё я экономлю? Нахера? Это же даже не пельмени, а у меня ресурсов в плане, да, КГшек целая куча. По талантику. Давай ему сразу наролим талант. Сука, я забыл, как это говно называется. Этих талантов. Я сейчас вообще, у меня просто антипатия разбираться в игре. Это щит дракона. Поставим ему щит дракона. Вот. Уменьшает получаемый урон на 70% и ограничивает получаемый отражаемый урон до 5000. И чаша вампира. Хотелось бы... Ну, у меня нету эмблем таких. Это же там только у доп-донатеров. Это же только у топ... Да кто ж мне спамит-то, а? Запарили. Только вот никому не нужен был. Только сел видос, короче, пилить. Все. Пошла жара по кочкам. Так, поменять. Чаша вампира... Где нового у меня ничего нету. Они как бы новые прикольные. И поставить новому эпическому герою тоже было бы прикольно. Но я лох. У меня такого добра нету, да? Потому что ибо нехер. Ибо нехер в игру не донатить. Не донатишь. Новые таланты, как говорится, не получаешь. Ну, тем более эмблемы, да? То есть, посмотрите, какие у меня старые эмблемы. Да, тут мечтать мне особо... Нечего. Ну, давай, ладно, я поставлю щит дракона. Ну, просто чаша вампира тоже прикольно. Ну, видишь, у меня эмблемы нету. Ну, тут... О-о-о. Так, давай. Еще не факт, что этот щит дракона выбью. Тут он вряд ли, да, он раздавался разработчиками. Щит дракона. Щит хирогона. Нет. Нет, нет, нет. Ну, как бы, если у меня когда-то появится, типа... Щит дракона, да, эмблемы, то тогда, ну, чашу вампира выбью и прокачаю. Если не, ну, короче, потом что-нибудь придумаю. Ну, вряд ли у меня появится. Давай сразу ему талантик долбанем. Не знаю, сколько мне тут попыток придется потратить, чтобы этот щит дракона выбить. Вот, выживание. Бог войны. Давай, давай, давай. Жаль, нельзя тут сразу выставить, типа, талант, который ты хочешь. Пишешь просто. Вот, и он такой, ну вот, с вас там 1500 коробок отнимается. Вот вы потратили на... Ну, вот так вот сидеть, еще вот эти, ну, как бы понятно, безопасность, чтобы вы не проролили нужный талант, но как бы... О! Слушай, ну нормально, я думал сейчас, я думал, ну да, я умею думать, ребят, думал сейчас, как я проролю. Так, все, смотри, десяточка, здесь десяточка, эмблемы, я не знаю, что будем ставить. Ну ладно, давай, во-первых, его нужно прокачать. У меня 6000 зеленых книг. 6000 зеленых книг. Смотри, сколько у меня синих книг. Ну, кто еще настолько крут, как я, друзья, а?
А пока в комментариях можете написать, как мне в следующем видосе собрать Леди Боа, вот, на которую я обзор не делал, не играл и на нее, грубо говоря, даже не смотрел. Если я LJM как-то еще, знаешь, типа интересовался, то тут как бы ибо пох. И вот что-то я, как бы, вроде надо и матернуться, а вот что-то вот сегодня такое, знаете, редко у меня желание возникает не материться. Я не знаю почему, может быть, старею или еще что-то, но вот как бы надо было бы, знаешь, вставить словечко. Ну, типа, ибо похуй, да, вот, ибо нехуй. Но, ну, что-то вот как-то не получилось. Вот сегодня что-то в этом плане у меня не то. Господи, какой здесь кайф на основном аккаунте героев прокачивать, когда у тебя есть золото, да. О, давай места освободим. У тебя есть золото, у тебя есть мана, и ты не паришься, и всего у тебя этого много добра, но оно тебе как бы не надо, потому что как бы и так все прокачано. О, ну и у тебя его много, тебе не надо париться, так, усовершенствовать. Подожди, уровень. А, я вот как бы и так могу эволюционировать, у меня повторок много. Эволюция пошла-поехала. Так, улучшить навык. Давай добавляем. Синенькие книжки пошли. Фиолетовенькие книжки пошли. О, вот этих коричневых у меня мало. 120-й. Ой, ой. Чё-то не хватает добра. Но ничего, нормально. Сейчас прорвемся. Окей, дальше. Смотри, снова тут. Это все расчехляем. И прокачиваем. Так, у нас уже как бы первая эволюция, уже все нормально. Силушка тоже потихонечку растет, это тоже радует. Ну, по крайней мере, не может не радоваться. Так, давай вот. А, стой, ну что-то их жалко, давай тогда золотые книги. Так, и там надо какой? 185-й, да? 185-й, вообще изи. 185-й, дальше руны, руны понятно. А, вот, просветики. Просветики долбим. Нормально. Эволюционировать. Эту штуку мы покупаем. Повторка у нас есть. Все. Это мой первый эпик со второй эволюции, потому что... Где? А! А, ну этот у меня без второй эволюции. Ладно, окей. А, так, что? Давай. Дуем. Just дуем, давай. Так. Сейчас у нас будет второй... Так, уже 125 тысяч силы. Хорошо. Но если мне заняться аккаунтом, то как бы силушка моя там возрастет. Возрастет. Давай. Оп. Так. Окей. И давай его усовершенствовать. Да, деточка. Да, добавить опыт. И самое, знаешь, обидное, то, что я сегодня не смогу потратить все свои камни пламени. Потом как-нибудь из следующих видосов поймете почему. Так, окей, улучшить навык. А, все, здесь у нас тоже все. Он как бы вторая эволюция. Уже как бы... А, просветик. И вот уже нормально просветик ему долбанем. Так, 92-й. Ничего, золото сейчас возьмем. Хотя... А, оно пригодится, да, судьбу качая. Судьбу качая. А, хотя не факт, что мы там типа дохера сможем судьбы ему прокачать. Опа, а теперь у меня камушки закончились. Вот это, конечно, ситуация интересная. А у меня вообще, что у меня с этими камнями? Ну, они, по идее, должны быть. Да, нормально, бля, пацаны, живем. Нормально, смотри, 389 сундуков. Нормально, прорвемся, как говорил никто. Ну, не знаю, кто-то же, наверное, говорил слово прорвемся. Вот и мы прорвемся, что бы нам не прорваться. Ладно, так, просвет. Оп, все, максималочка. С эмблемой тут уже сложнее, не знаю. Давай ему, ну, как бы на защиту ставим. На защиту давай. Священный. Снаряжение. Так, давай ему... А, давай ему, да, снаряжение сначала прокачаем. По поводу снаряжения тут, конечно, как обычно. Тут уже стандартно, наверное. А, ну, во-первых, надо его долбануть. Чтобы аугментировать. Так. Книжечки. Книжечки сливаем. Есть. И прокачиваем. Па-бам! Так. А вот этих у меня не хватает камней. Сейчас мы их тут купим, не знаю, давай. 114 штук.
Окей, аугментируется. Радует, что не нужно повторки хотя бы на аугментацию и на прокачку судьбы. А то как бы вообще жизнь была жестокой. Так, у него тут безмолвный выстрел, и тут нам надо теперь помучиться с 4000 этими, этой херней. Нам нужен священный суд. Кстати, обряд лечения можно было бы на кого-то кинуть. Ну ладно, я проверять уже не буду. Так, священный суд. Священный суд. Бля, или обряд лечения оставить? Ну, не знаю, давай паролем посмотрим. Короче, что-то хочу на жизнь, потому что он хиляться должен. Он хиляться должен, как сучка. Конечно, хотелось бы этому ЛДЖу. О, импульс увеличивает точность на 8% и уклонение на 6%, восстанавливает 25 энергии. Ой, иди в пизду. Ой, опять я матерился. Ло-ло-ло-ло-ло. Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Так. Раскаленный доспех. Давай там уже священный суд. Ну, стандартное говно дай нам. Желательно сразу пятое. Это что-то как сучка, а, рандом. А, рандом. Хотя я сейчас... Да, сейчас я добалаболюсь. Сейчас я добалаболюсь и как бы ничего близко по созвездиям не выбью. Да и здесь священный суд не пойдет. Потому как бы с рандомом, да, надо ребята, разговаривать уважительно, да, блядь. Как бы тоже там, не смотрите эти варианты прокачек. Ну, я на жизнь его прокачиваю еще. Дитя спрашивал, кто как собирал. Там-то пацаны, они его используют. Вот, у меня он, скорее всего, будет, ну, лежать. Ну, или там, ну, в Нарсии, да, соответственно, конечно, тоже будет... Будет, но на арену ходить не бесполезно с моим уровнем доната. На битве гильдии вряд ли он будет у меня использоваться. А тестить будем еще, как пойдем в какой-нибудь рейд. Как запульнем его. Где священный суд, сука? Ладно, давайте посижу, вам что, наверное, неинтересно. Промотаю, а потом расскажу, сколько я так сидел. Короче, мне запарило ролить священный суд. Поставлю ему призрачную хватку, тем более она выпала пятая. Сидеть там дрочить на этот четвертый священный суд, когда он выпадет, ну что-то особо желания нету. Так, ну и тут что-нибудь ему-то, да, чтобы жил подольше. Давай там уклончик пятый, пожалуйста, рандомчик. Вот уклончик пятый есть. Вот еще один уклончик пятый давай. Вот. Давай. Нет, не дает. Тоже не дает. Тоже все не то. Давай, дружище, у меня не так много самоцветов. Иначе Леди Боу придется без самоцветов прокачивать. А, просто по-простому, типа, ты мне даешь сейчас уклон, и я спокойненько ухожу. Говорю, какой дядька рандом сегодня хороший. Прям вообще офигительный, опупительный. Ну или он, например, понял сейчас, что как бы я походу за уклоном пришел. Он такой, так, ах ты сучка, прибалтийская хер от тебя, не уклон. Сволота паршивая. О, пятый, нормально. Так, давай за 200. Давай. Второй. Я пока даже сейчас боюсь что-то каркать, что-то говорить, просто... Просто берем и ролим, друзья. Ну, потому что, ну, а как по-другому-то? Давай, дружище, еще пятый уклон. Четвертый не то. Не то. Ну, да, сейчас как бы мы больше всего можем попасть. Особенно, когда за 450 будем ролить. Мы, по сути, уже... О! Уже потратили так нормально. Так. О! Фу, господи, в рот мне ноги. Я забыл, когда такие чудеса случались. Мы за 1008 собрали 5 пятых уклонов. Фу, господи, это неожиданно. Что происходит с рандомом? Какой рандом хороший, а? Какой хороший рандом? Это ж просто... Я в шоке, дамы и господа. Я просто в шоке. Когда я уже забыл, когда у меня такая халява была. Обычно по-жесткому, там, знаешь, до нуля... До нуля самоцветов, знаешь. Так, карточек у меня, кстати, 60, не так много. О-хо-хо-хо-хо-хо!
Смотри, тут, ну, правда, четвертый выпал, но еще два пятых выпало, я вообще охренел. Я никогда, вот сколько я тратил, два пятых у меня не получалось выбить. Ну и что у нас теперь получается? Ну, шестерка, нормально. Жить можно. Дальше, что мы еще можем ему сделать? Что мы еще можем ему сделать? Надо, кстати, этого тоже дегенерата докачивать. Ладно, мы можем ему взять вот на первое время питомца поставить. Да, ладно, здесь такая эмблема. А, судьба. А, судьба, судьбинушка. Сколько у нас тут очков судьбы? 9000. Ну, это уже... это уже хоть что-то. Хотя нет. А, он золото закончилось. Подожди-ка. Подожди-ка. Сейчас все будет. Сейчас все будет нормально. Так, ману-то я ему добил, да? Ну, то есть, просветики. Просветики добил. Давай. А, судьба. Опа. Видишь как? Не могу его 11 умения сделать. Так. Судьба. Тут видишь, как бы тоже. Ну, этого надо улучшить. Ну ладно, по судьбе я потом, если что, пройдусь, ребят. Я потом, если что, пройдусь. О, нас больше интересует другая залупа. Вот этого вот. Вот это вот. Тут в реликвии пока что у меня только такая вот прокачка, да? Типа других вариков нету. Ага. И дальше мы уже за эти камушки улучшаем, которых на самом деле у нас достаточно много. А, повторка пошла. Последнюю повторку используем. И по сути это у меня... О, видите? Оно сейчас появилось. Я сначала не понимал, типа, а где это говно? Типа, где это говно? Почему у меня его нету? Вот. Ну, сейчас оно появилось. Не знаю, давайте ради интереса, раз уж появилось, да, за 1000 долбанем. Нам опять... Хотя, в принципе, уклон, жизнь, атака. Ну, давай. Опа! Атака и крит урон. И уклонение 5. Вот почему именно это вышло 100%, а не другое? Ну, ладно, давай еще тыщенку. Точность, о, точность, уклонение. И, слушай, ну вот тут уже как бы нормально. Улучшаем дальше. Улучшаем. Насколько. А, и все. Дальше типа хуй соси, повторок нет. Ну, до 14 уровня смогли улучшить. Ну что. А, так, теперь, смотри. Просвет, ребята. Ну, сейчас вы сами все увидите. Воспламенение. Авто. Давай. Как бы просвет, у меня 17 тысяч камней пламени только, да, а у меня там грандиозные планы. То есть, если после этих грандиозных планов, ребята, у меня что-то останется, я, конечно, вложусь, да, в какого-то героя. Не факт, что в Спарке, не факт, что в ЛДЖ, но в какого-то вложусь. Ну, а может быть и в Спарке, может быть и в ЛДЖ. Но мне что-то, я даже уже пока качаю его, мне нравится. Хотя, по факту, я ни на каком аккаунте не играл. Я говорю, мне пацаны писали, я все как-то... не мог добраться, обзор сделать. Так, здесь качаем сейчас 10-й прорыв, ну хоть что-то. Потому что у меня большие планы. Ну вот, на камне пламени, они рассчитаны на поднятие силы. Плюс у нас еще Леди Боа. Ну вот то, что останется, тогда уже потом распределим в каком-нибудь видосе. Вот, так что так вот. Ну, хотя там, в принципе, я положился и в 6 тысяч. Ну, ладно, ладно, ребят, нормально, все нормально. Потом все увидите. Тем временем у нас уже 131 тысяча силы. Это означает, что мы подняли 9 тысяч силы. Просто эпика прокачав, ему там сделав эволюцию, да. Вот это вот все. Давай. Так, улучшено, давай еще. Десятка. Давай, 10-й прорыв. Потом еще посмотрим, что у нас там с этими... со смотрителями. То есть их надо тоже прокачать. Так, 8-е. Нормально. Так, уже 131 тысяча с половиной. Вот, будет 132 тысячи. Это замечательно. Это прям хорошо. Это прям... Ну да, жалко, нет у меня чаши, конечно, эмблемы. Но что тут поделаешь, дружище? Что тут поделаешь? Вариантов-то никаких нету. Окей, все, десятка. Па-бам! Нормально. Вы не беспокойтесь, все хорошо. Мне эти камни пригодятся, те, что останутся, я вложу в него. Так, ну вот он у нас, в принципе, готов, да? Реликвия 14 уровня. Тут я пока ничего не могу сделать. Вот, заходим в смотрителей. Тут как бы уже все. А вот тут как бы нет. Потому мы
сюда раз, два. Это у нас плюс 300 силы. Дальше. Улучшить. Раз, два. Так. Улучшить. Это не то. Это не то. А, ну да, это все не то. Так, дальше. Улучшить. Да или все то, подожди. Раз. Да, видишь, по одному уровню, то есть 32. Не хватать. И здесь улучшить. Подожди, по плюс 350. Ну-ка. Давай. Сюда улучшить. Окей. 32, а здесь у нас даже получится побольше. Видишь, он обгоняет. Ну, у нас уже 133 тысячи, почти 134 тысячи, ребята. То есть мы там 1011 сейчас прокачали вместе с вами. Просто на изичах. Ладно. А, ну, я не знаю, как его тестить, конечно. Да я и не собирался особо тестить. Он мне чисто по приколу. Вот. А, давай-то в рейд просто, как бы... Давай, подожди. Есть, да... Да, я знаю, крутые смотрители, вот это вот все. Ну, раз у нас тут такая тема, да, мы же это, заодно с вами игру пофармлю. Сейчас мы посмотрим, как он будет, ну, один он что-то встанет. Отработает, так, заряжает его. Если бить не будет, то как бы... Чури его, так, сейчас зарядит его. Что там по урону будет? 380 тысяч. Чё-то как-то слабенько. Так. Ну ладно, давай выпускаем остальных. Ту-ту-ру-ту-ту. Ну он, смотри, он стоит. Он стоит там что-то. Ковыряется в какашках. Нормально. У него все хорошо, не умирает. Все, все, все прям чин-чинарем. Так, давай дальше. Тут мы прошли. Давай, не знаю. Давай-ка... Снова его. А, и получается без... короче. Ой, без... так его, конечно, вырубают сразу моментально. Ну ладно, давай наше стандартное, кошмарное, жестокое подземелье, куда мы зачем-то ходим. Хотя это подземелье уже абсолютно несложное, оно морально устаревшее, даже перемень прошел. Ну, посмотрим, что там по урончику будет выскакивать. Но зато смотри, какие у него миссы. Сколько у него миссов. Все промахиваются. Ну, кроме башен, сука. Так, ну что ты там? По 287 тысяч. Ну, что-то с уроном как-то, да, 479 тысяч. Да, хоть порочный пакт ему долби. Понимаешь? Ладно. Что-то пока не впечатляет. Но это надо его тестить. Я так чисто попробовать, потому что видео у нас уже длится около 30 минут. Это, конечно... Что-нибудь обрежу, вот, но видео у нас все равно длится достаточно долгое время. Главное для меня это сила, друзья. Это сила, давно силушка у нас не поднималась. Вот, так, давай, короче, пока-то есть нечего, если захотите, можем на стриме им побегать. Ну, как бы, герой-то прикольный, герой-то крутой, но, бля, на битве гений, ну, есть, короче... Я, видите, я хожу определенные локации, да, и кучу локаций я не хожу. Где мне принимать спарки, ну, хер его знает. Если вы недавно начали играть, или вы там не в рот какой там аренщик, еще что-нибудь, пвпшер, то, конечно, да, там с определенной прокачки спарки будет круассавчик. Так, герой увеличивает свою скорость атаки на 270% и уклонение на 62%. Вы прикиньте, я ему там наролил уклонение. Ему еще уклонение в течение 10 секунд. Кулдаун 14 секунд. Но заметьте, да, когда я выпустил на любую базу, его там сразу долбанули. Этот герой обладает иммунитетом к молчанию и состоянию бедствия. Его базовая атака наносит урон в размере 7% от максимального здоровья. Цели восстанавливает 50% нанесенного урона. Вот знаешь, короче, что? Чаша вампира надо на него. Вот. А такой эмблемы у меня нет. И что-то спать рубит. Пиши в комментариях, кто зевнул вместе со мной. Скажу тебе огромнейшее спасибо, то, что досмотрел до конца. Пока и жду на стриме по Таркову. Чао.